I wanna speak to you motherfuckers for a minute. Yeah. China. Всем здорово, братва! Вот и залетает новый видеоролик. В этом видеоролике мы будем поднимать бабки. Ролик будет поделен на две части. Это самый первый фрагмент будет, это будет смешной. А второй будет очень серьезный, где мы поднимаем очень серьезные бабки. Братан, если ты хочешь пойти поиграть в казино, подумай миллион раз, а лучше 2 миллиона раз. Потому что казино может забрать, но тут же ты можешь и выиграть. А если ты хочешь поиграть со мной, переходи по ссылке в описании группы ВКонтакте. Пиши туда личное сообщение, я тебе обязательно отвечу, когда у меня будет время, мы пойдем поиграем в казино. Запомните, я никого не принуждаю, не заставляю, это ваше решение. Я играю от 3000 фишек и выше. Я не являюсь никаким ни гуру казино, не предоставляю никаких услуг. Мы просто играем вместе и делаем с вами контент и выкладываем видеоролики на YouTube. А если ты еще не играешь на нашем проекте, переходи по ссылке в описании. Также не забывай, на всем проекте GTA 5 RP действует самый лучший промокод на всех серверах. Чтобы его ввести, заходишь в игру, нажимаешь F10 шестеренку, промокод, и туда его вписываешь, нажимаешь активировать, получаешь випку на 10 дней и 12 500 долларов до 5 уровня. Еще раз вам хочу напомнить, что казино не является способом заработка, это всего лишь развлечение. Я не Ванга, как бы сказать, ну, играть я умею в казино. 100% победы я вам не обещаю. Кому-то везет, кому-то не везет. Ставлю числа наугад? Нет, я не ставлю числа наугад, а ставлю то, что может реально выпасть. Вот, также не забывайте, что у меня есть и проигрыши. Как и некоторые подписчики пишут, что ходили со мной 2 раза и проигрывали. Ну да, ходили и проигрывали, потому что, ну не дает казино, что ты сделаешь. Я стараюсь там вообще всеми силами как-то поднять, а ну, оно бывает и не получается. Выигрышей 3 раза больше, чем проигрышей. Это я вам точно говорю. Врать я не собираюсь. Смысла нет мне врать, когда я вам всегда в открытую говорю, что ну, есть и проигрыши, их было нормально. Ладно, братва, пойдемте смотреть видеоролик. Тем, кто кушает, приятного аппетита и всем приятного просмотра. That despise us, so ain't nobody supposed to be here besides us. Catch a flat line. Round up for your hard time. It's dedicated to my soldiers on the front line. This one's for all of us. Think about your casualties, not from mistakes. Protect your family, 'cause it's the year 2000. Crack a bottle for your hard time. Делай. Делай чё, поскольку 50 фишек делай. 50. Давай ставь, короче, на 25. 25? Да. 23 и 13. 13? Да! Хуй на, блядь. Держи 2. Петухи орут. Блядь, мужики, слышь, что, можете нахуй, пожалуйста, ну потише, пацаны, реально, нихуя не понимаю, не слышу. Я вот эту шельму ебаную не вижу, как она там говорит, что. Кого? Ну, блядь, пацаны, боже, потише, пожалуйста. Блядь, громко говорите, пиздец. Я, блядь, пришел бабки выигрывать, пиздец, ёба. 19. Скажи мне, Слава Спец, да я играю? Скажи, Слава Спец курирует мою игру. Слава Спец со мной там нахуй нас на это на рации сидит, нахуй подсказывает. Сейчас мало ли вдруг затащит. 34 нахуй. Поставь. Знаете 25 такого? 25. И 21. А вот уже кто-то знает, нахуй. Сука, это 20-ка нахуй. Блять. Кого? Да ну нахуя, в смысле, нахуя его покупать, это мой кореш, блядь. Скажи, он бесплатно делает. 33 поставь. 11. И 34. А кому, пацаны, вам привет, шумит нахуй, ну кто нормальный нахуй, а кто беспонтовый, тех нахуй. Сука. Нихуя, братан, Ники, ты нахуя так базаришь? Ебать, 11, вот она, сука! 1800 сюда, блядь! 33 поставь. Ебать, я вам говорю, пацаны, вообще движ больше идет. Уже сотка в плюсе. 15, блядь, ставь, сука! Пидорас ебаный, 8 ставь. Я сотку еще ёбаму, 200 проигрываем, 4 ставки. Там 2-0. Да ну нахуй, блядь. Хоть завтра. Поставь на... Поставь на 17. 13? 17, блядь, дура ебаная. 17, 10 ставь, 10 ставь, сука. 10 ставлю, блядь. Все, у нас еще одна ставка у вас.
Ну подожди, блядь, я уже 100 выиграл, нахуй, плюс, нахуй. Я с соткой зашел, уже 200, нахуй, блядь. Слышите, куда ставить? Куда ставить? Давай всю последнюю ставочку. Какую последнюю, блядь? Ставь 19. Ставь на 25. И ставь на 30. Сейчас мы нахуй выиграем нормально, ебать, заебал нахуй. Чего за привычка, давай, нахуй, давай, блядь? Мы на миллиарды играем. О, опять, сука, смотри, пошли, блядь. Семерка, блядь, вот, сука. 2-0 сейчас ставь. 2-0? Да-да-да. 27 поставь. Поставь на 16. Блядь, Слава, громче говори. 27-16. Это как минимум, нахуй. Мне тоже бабушка чуть-чуть отсыпалась. Блять, старина, вот у кого там такой микрофон чуть-чуть чувствительность поменьше сделай, пиздец, ты шипишь, нахуй. 12. Так. У меня варит. Да не, вот там кто-то до этого такой молодой прям голос. Поставь на, поставь на 18. Во, да, да. 18, 21, 23. 17, 21. 20, и что еще? 23, сука, дура ебаная. Я говорил 18 ставить. 17, 21, 23, нахуй, по-моему. На какой сектор? На первом, на третьем, на третьем, на третьем. 33, блядь. Поставь на двадцатку. На 11. И поставь на 35. Пацаны вангуют, 35 будет там. Ага, два хуя будет. Это 35. О, да. Братан, я же ванговал, нахуй, понял? Такой вот, иди сюда, нахуй, ёбал. Тихо, поставь 31, 29. 31, что дальше? 29. 11. 11, 11, 11. Вот хоть бы сейчас это зашло. Вася, уже вторая сотка пошла, уже 300, нахуй. На какой стол, на второй? Все, затарахтели, блядь. О, пошла! А ты зашел нахуй, пошла. Понял? Ты мне нахуй не собрал, не пошел со мной. Вот она, сука! Еще одна, сука! Нахуй! Уходи нахуй с казино, блядь! Я ж тебе говорил, за лупа надо было идти играть, нахуй! Пацаны, подписывайтесь, Слава Спец вам поможет, нахуй, пацаны. Давай, не надо, блядь. 300 плюс, нахуй, ебать. Иди, снимай бабки. Иди нахуй. Иди нахуй. Дай мне, говорит, сотку, блядь. Ну, хуя, блядь. Пиздец, снимай. Ебать того, урод. На нахуй, 400. Так, поставь на 15. На 11. 11. И поставь на семерку. Вдруг сейчас даст, как тогда, нахуй, 27. Наискосок, да? Да. Ну, оно же бывает, но отплевывает 7, 11, 20. Сейчас надо лям залутать, на лям нормально. Нормальными ставками крутить. По 1000 будем. 31. Like a drug buggy.
the secret. I'm the only one who knows the secret. It's incredible. Incredible. It is true. Must be. Сука ебаная, ставишь, когда вот так вот 11-20 на семерку дает, блядь. Крыса ебучая, блядь. Поставь на 11. Поставь на 27. Да. И поставь на 16. Да, это 24, блядь. Как это так? Вот вообще, вот тут не понимаю вот эту ёбнутую систему казино, блядь. Поставь сейчас 29-11. Сделай 700. Хорошо. Поставь на 26. Для бог сейчас 27 сделает. Дай 700, сучка. Даст, блядь. Что-то, блядь, залетело, нахуй. Сделай по 500. Поставь на 27. На 25. И поставь на 11. Сделай по 300 обратно. Давай, закатывай. На 27. Нет, на 20. Это двойка. Ебаная, блядь. 28 сейчас поставь. 8. Поставь на 11. 11. И поставь на 35. 35. Опа, пошла. Сука. Опять на те, же, на те же грабли. 11 ставь. Поставь 24. Поставь на 27. Сейчас, прикинь, давал семерку еще раз. Нет. Это 18. Поставь на 34. 34. Сделай по 500. 500. Поставь на 22. 22. Поставь на 25. 300 обратно делай. Эй, закати уже, сука. Ну, давай, есть. Есть. Кто там? Сделай по 500. Вибратор на айфонах. Поставь на 36. На 34. 34. И поставь на семерку. Сейчас 11. Будет вообще пиздец. Сейчас 20 даст. Я вот не помню, на каком развороте тут она идет, блядь, семерка, блядь. А, ну это нули, ебать, хули, как обычно. А, кстати, на нули, мне кажется, стоит обратить внимание, их давно уже не было. Да, ну да. Ну, давно еще не было. Баная, 24, сука, чтоб тебя нахуй.
29 поставь. Сделай по 1500. Поставь на 17. И поставь на 35. Все, сделай по 300. По 500? По 300? Ой, блядь, давай 17. Стой, 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 пожалуйста. Вот. 5 мультов, нахуй. Все, уходи, нахуй, снимай, блядь, все, снимай. Ну ладно, ребята, спасибо за игру, давайте. Таун, вылазите, напишу. Теперь играем на Даунтаун. А ты говоришь, блядь, видите, как они, блядь, сумасшедшие ставки, блядь, боишься ставить. Я тебе говорю, вот я просто, я реально, я боюсь ставить большими суммами, вот как ты, блядь. Я так не умею. Мне просто жалко моих денег, я как бы не могу так ставить, но в итоге я, блядь, снимаю. Занимайся. Я, блядь, снимаю. Вот, сколько? Да. 7 миллионов да? Передавай. 78 тысяч себе оставишь на черный день. Да. 7, там 5 нулей, да? И 0 убери вначале. А, типа, чисто подгон босяцкий. Помни мою доброту. Ебать. Слава, ты бы, чё я тебе должен, Слава? Да ничего не должен. Ну, X5 купишь ему 20-20. Я тебе вот 78 тысяч дам. Ну, слышь, Егор.